Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Фоминых, и сегодня поговорим о практиках оздоровления кожи. Но речь пойдет не о ЗОЖ, здоровом образе жизни. Нет, не потому что это неэффективно, это очень эффективно. Очень трудно переоценить эффективность здорового образа жизни. Но информации об этом и в интернете, и в периодических изданиях очень много. Тема очень широко раскрыта. Конечно, регулярное здоровое питание, регулярные тренировки, регулировка сна и образа жизни — это бесспорно сказывается положительным образом и на здоровье человека, и на его внешнем виде, и на настроении, и на психическом состоянии, и в том числе на состоянии кожи. Это действительно очень действенное. Но поскольку тема раскрыта, я бы хотела поговорить немножко о другом. Я хотела бы поговорить о бессенсорных способах и методах оздоровления кожи. Здесь я бы хотела в первую очередь сделать отсылку на одну из диссертаций Алискеровой Оксаны Юсуповны, которая защитила в Международном университете Берчама диссертацию на тему влияния бессенсорных практик на кровь. В ходе этой диссертации было доказано, что занятия практиками биосенсорной психологии положительно влияют на такие системы, как лимфатическая, кровеносная. Лимфатическая система начинает более активно и эффективно выводить из тканей человека и клеток человека чужеродные вещества, более эффективно ее работа. Также эффективно работает кровеносная система. Эритроциты наполняются более эффективно, переносят кислород и наполняют клетки человека питательными веществами. То есть занятия и практики, они влияют в первую очередь не только на психику человека, но и на его физическое состояние организма, на его кровь и лимфу. Это основные две системы, которые как обогащают клетки кислородом и питанием, так и выводят все лишнее. Соответственно, если здоровье человека улучшается, это сказывается и на состоянии его кожи. Безусловно, сказывается. Данные методы и способы вот этой биосенсорной психологии вы можете освоить на наших курсах. Это какие-то упражнения, в том числе совсем несложные, доступные. Они даются даже на начальных курсах у нас, которые помогут вам оздоровить и свой организм, и свою кожу. Попробуйте, вам понравится.